Насыщенная концертная программа с участием лучших творческих коллективов города стала незабываемым подарком для ветеранов, анапчан и гостей курорта. На театральной площади собрались тысячи зрителей. Такого по-настоящему яркого, зрелищного и патриотичного шоу Анапа не видела давно. Открыл программу «Большой сводный хор». Он создавался специально к празднованию 70-летия Победы. Грустной и тревожной стала первая часть бала – «Бои с фашистами, погибшие солдаты». И вот долгожданное сообщение. Подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Слезы радости, возродившиеся надежды на будущее – все это воплотили в жизнь молодые актеры. В течение вечера анапчанам представилась возможность больше узнать о героях города-курорта, которые погибли в годы Великой Отечественной. В небольших видеороликах дети и взрослые рассказывали о своих родственниках, о тех, кто навсегда останется в составе бессмертного полка. День Победы – это значит радость за своих дедов и прадедов, когда они победили войну. И фашистов. День Победы – это радость, это счастье. У меня отец, он воевал и был ранен на реке Одер, поэтому для меня это самое большое счастье. И у него другого праздника не было, только как День Победы. День Победы, ну, это, наверное, сплоченность людей, уважение к старшим, ну и память. В завершении бала Победы огни праздничного фейерверка озарили небо над курортом под самую победную песню.